В Караганде задержали родителей, которые оставили своего новорожденного сына на улице в мороз. Теперь полицейские выясняют, зачем они пытались избавиться от малыша. У 22-летней девушки это второй ребенок, первого она воспитывает одна. 29-летний отец, оказывается, женат, у него есть другие дети. Спустя 20 дней после рождения внебрачного сына мужчина оставил малыша у подъезда в одном из дворов. Информация о брошенном младенце появилась в субботу вечером. Родителей искали 4 дня. Полицейские проверяли тех, кто состоял на учете по беременности и недавно родивших. Мальчика нашли местные жители, его уже обследовали медики. Говорят, ребенок здоров, его отправят в дом малютки. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены 29-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые подозреваются в оставлении ребенка в опасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства, иная информация о интересах следствия не разглашается.